такими проблемами жители области могут обратиться напрямую в ГИБДД, сегодня главный дорожный полицейский региона провел общественный прием. Связаться с облгаи можно и по интернету. Неправильно оформленные ДТП и штрафы и жалобы на инспекторов отошли на второй план. Чаще всего предмет обращений – плохие дороги. Большинство вопросов связаны даже не напрямую с деятельностью государственной инспекции, а преимущественно связаны с благоустройством дворов, с территорией, состоянием дорог, дорожных сооружений, с вопросами размещения различных объектов. По мнению руководства областного ГАИ, эти проблемы быстро не решить. За последние 15 лет масштабных реконструкций почти не проводилось. Жертвам таких ДТП все же пытаются помочь. Вместе с полицейскими пострадавших консультируют и представители городской администрации.